Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, не фамилию, название команды. Алексей Быков, МТС. Поздравляю вас с победой в сегодняшнем матче. Играли против сильной, крепкой команды. Как вы прокомментируете игру? Игра была очень интересная. Она была даже, наверное, более напряженной, чем финал Лиги Чемпионов, потому что голов было больше, в отличие от Атлетика. Мы не только смогли отыграться, но и победить, и забили даже пенальти. А кого из игроков вашей команды вы могли бы назвать вашим МТСным? Криштиану Роналду? Ну, Криштиану Роналду у нас, конечно, это один, это Сергей Баранов. Но сегодня он включил Криштиану Роналду, примерно такого же, который был в финале Лиги Чемпионов. Но еще я хотел бы отметить тоже, который судья, который включил Клоттенбурга. И, ну, просто счастья ему, здоровья, удачи, любви как можно больше.